Отборочный тур фестиваля иностранных языков в стенах гимназии номер 1 собрал сегодня всех любителей английского, немецкого, французского. 45 учащихся школ города и района исполняли песни и стихи на чужом для них языке. Здесь же на суд жюри были представлены театральные постановки. Цель мероприятия – выявление талантливых и одаренных школьников в области иностранных языков. Жюри оценивало мастерство, художественное исполнение, уровень владения иностранным языком и оригинальность. Победители фестиваля были награждены дипломами. Гала-концерт фестиваля иностранных языков пройдет 18 апреля в школе номер 9.